Если вам хочется приготовить кексы, которые будут радовать не только отличным вкусом, но и очень красивым цветом, приготовьте зеленые кексы со шпинатом. Готовятся очень легко и просто, не требуя профессиональных качеств приготовления. Они отлично подойдут к завтраку или перекусу в течение дня. Итак, нам понадобится 150 грамм шпината, 3 яйца, щепотка соли и 5 столовых ложек подсолнечного масла. Все это хорошо взбиваем блендером или миксером. Добавляем ванилин и 150 грамм сахара. Хорошо размешиваем. Дальше добавляем 200 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Вымешиваем, и тесто готово. Разливаем тесто в формочки и ставим разогретую духовку до 180 градусов Цельсия на 30 минут. Получилось 14 штук шпинатных кексов. Хранить их нужно при комнатной температуре. Такие кексы удобно взять с собой на работу или пикник. Попробуйте приготовить. Благодарю всех за внимание и желаю удачной выпечки!